эрозия режима, его развал или демонтаж, это для страны, безусловно, позитивный сценарий. Здесь можно идти от противного, потому что сейчас два принципиальных, так сказать, сформировавшихся уже даже не сценария, а ну, таких как бы истин, то, что после Путина будет хаос, дальнейшая фашизация, и то, что развалится Россия. Мне представляется, что этого развала не будет, потому что регионы российские сейчас, это очень заметно, сильно зависит от трансфертов из федерального бюджета. Что касается хаоса, ну да, он может быть, безусловно, может быть, могут войны кланов, но в принципе, очевидно, когда это будет, у России исчерпаются ресурсы и резервы. И вообще говоря, интерес эти самые резервы каким-то образом быстро восстановить. А это без либерализации хотя бы маленькой, постепенной, осторожной режима не получится.